Не обошлось в эти выходные без серьезных происшествий. В городе случилось несколько ДТП. Одно из них с летальным исходом. Лилия Гатина подробнее о происшествиях. Авария произошла на пересечении проспектов Хасана Туфана и Чулман. По предварительным данным, водитель квадроцикла проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель квадроцикла от полученных ранений скончался на месте происшествия. Водитель квадроцикла был без мотошлема, водительское удостоверение не получал. Окончательную степень виновности участников происшествия установит следствие. Еще одно массовое ДТП произошло на проспекте Мира. По предварительным данным, 21-летний водитель Peugeot и 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по автобусной остановке, не выбрали безопасную скорость движения и совершили наезд на автомобиль «Шкода Октавия». В результате аварии не обошлось без пострадавших. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, новости Набережные Челны.